Ты заблудился? Карлос, я знаю, ты не доверяешь мне, Кларе и Либертад. И другим ее маленьким камамьердос. Я тебя не виню. Мы тут пока никто. Так и есть. Ух ты. Что еще знаешь? Что Наполеон Альпекиньо украл у вас землю. Что яд, который он распыляет, убивает ваших людей. Знаю, что ты болен. И умрешь, но не попросишь помощи. Не выбрасывай то, что может пригодиться. Склад, где они хранят отраву. Сожги дотла. Кукурузники, что разносят яд. В порошок сотри. Распылители на полях. Уничтожь. Как скажешь, Хэппи. И открытку пришли. Да, всем привет, дорогие друзья, добро пожаловать на Лакюкин и добро пожаловать на прохождение Far Cry 6. Усаживайтесь поудобнее, всем приятного просмотра. Ну, ля, ты еще в разных местах это зачистите. Пойдем, пойдем, пойдем. Так, дайте я только дополнительно уберу. У меня тут... Дайте мне вид первого лица, вляться замечательно. Так, куда нам нужно? Ну, в принципе, давай вот так зачистим, наверное, да? Давайте я, наверное, туда поближе доберусь и там, в принципе, включусь. Так, подбежал я поближе, тут 100 метров. Я, кстати, знаете, что заметил? Смотрите, уничтожить яд 6%. У нас, в принципе, ну, получается, когда-то я уничтожал уже яд, да? Ну, по мере, наверное. Боже, я, правда, не замечал. А, тут целая локация, посмотри. Так, надо быть поаккуратнее тогда. Давайте я на самый верх заберусь, наверное, тогда, да? Так, ну и давай крокодил, наверное, тут. Уже спалили. Ах ты, субачка. Ну давай, чё ты стоишь? Они еще и тревогу вызвали. Вот сволочи. Что у нас, сумка с деньгами, не забываем. Бля, он гранату кинул! Ну, взрывайся же, да? С этой сранью никого не отравит. Так, кто мне взрывает? Ах ты паршивка! Чё-чё? Я снайпер, вижу-вижу! Давай-давай! У нас тут снайпер. Ах ты. Так, я просто вот это тоже качал. Где ты? Ах ты жук. Так, все, больше нет, да, тут? Тут просто вот это, что это такое тут? Ой, надо уходить, уходи. Так, вот это надо взорвать, нет? Не пойму.
Так, давайте, где обычный пистолет? Ага, все, короче, не надо, да я так понял. Топливо мы забираем. Так, где еще у нас находится? А, у нас, кстати, смотрите, еще тут показано. Типа, я не все уничтожил. Замечательно. Так, а тут что у нас? А, ну это доставить надо. Это доставить, понял? Чё ты шипишь? Дерись, давай. Все. Где у нас еще поближе? Ага, блин, а там... И там, кстати, зенитное орудие. Ну, нормально. Ну, давайте, я туда поближе подойду. Так, прибыл я на очередной тут завод, подошел поближе, чтобы сэкономить нам время. Мои беготни... Ну, я просто оттуда сюда прибежал, и все. Типа, я не вижу, если честно. Вот эти. Чтобы на это интересно было наблюдать. Тут нужна осторожность. Ну и все, еще тут один, да, кто-то. Ну давайте уничтожать. Где меня видит, чувак? Чувак, это рэпчик. Я не знаю, где он меня видит. Где-то видит откуда-то. Так, как будем уничтожать? Гранатой? Блин, а дача тут такая, я конечно. Не стало меньше. Надеюсь, старик скоро станет мне доверять. Десять три. Так, а вот эти интересные, если мелкие, я буду уничтожать, поскольку они дают. Нет, пистолет дай мне. Что... А, ну они, в принципе, тоже. Я просто пока бежал сюда, я эти бочки тоже видел. Это по сколько? По 4% даже, да? Карлосу бы понравилось. И вертолет. Слушай, а вертолет попробуй, знаете, сейчас. Где ты? Блин, он обычно не поднимается. Авиация. Вот он прям. Блять, еще граната. Вот жук. Да, мать твою, говорит. Так, иди к черту, короче. Ауч. Кстати, он вот такими гранатами кидает эти. Энергетическими. Серьезно, я замочил, случайно завалил этого? Я вас тоже не люблю.
Слушай, а я тогда не обязательно туда бежать, да? Давайте я, в принципе, и тут, может, еще и найду бочки. Желтые бочки. И тут как раз и зенитка у нас. Блин, а я все гранаты пофирил, да? Так, а у тебя что есть взорвать тут? Я просто и зенитку как раз. Подожди, мать. Тут, кстати, желтых нет вообще. Ты съешь его? Ага. Замечательно. Как тебе взорвать бы, чувак? Пулемет есть какой-нибудь? Пулемет тут нет. Вот ты откуда появился там? От тебя не спрячешься. Коктейль Молотова. Или, ну, я могу вот так, правда, Супрему воспользоваться. Ну, Супрем, я думал, что вертолет какой прилетит. Замечательно. Ага. Слушай, а где я? Я прям бежал, миллиард бочек видел, если честно. Пока сюда бежал. Я еще думал, нужно их, вот вон, вон еще бочек, смотрите. Ага, ты сейчас мы уничтожим, не обязательно вон 700 метров туда бежать. Так, а где здесь вход? Пустите меня! Рожайте, бегите, за вами ходит... Кто за мной охотится? Ёшкин кот, мать моя женщина. Вы в розыске. Блин. Ой, кажется, что-то жесткое сейчас будет. Как я? Я же в воде стоял по колено. Как я загорелся? О! 93. Жук такой. А попади же ты ему по голове. Да что ж такое? Блин, они так... Ну и походу все, кого не отвинул, да? Чересчур метко стреляют. У меня даже закилиться нечем. 97. Еще одну бочку надо уничтожить просто. Дайте мне бочку уничтожить одну. Ёп. А вот же бочка стоит одна. Ну, давай уже взорву. Все, теперь валим отсюда. Ёп. Надо еще и запретную зону выбежать. Карлос, я все. Славно. Может, до Наполеона или Пекенью допрем наконец. У меня есть для тебя... Жесть, реально просто жесть, что творится. Фух. А ну просто миллиард человек бежал и стрелял в спину. А вместо того, чтобы перестреливаться... Да нет, их чересчур там много было. Ладно бы, я бы еще играл бы на легком бы уровень сложности. Карлос, я понимаю. Я все. Славно. Может, до Наполеона или Пекенью допрет наконец. У меня есть для тебя дело. Возвращайся в лагерь. И не заблудись, турист. Это еще и подальше от них отойду.
Ух. Так, в лагерь. Сюда же, да? Знаете, а где? Пока не показано, куда. Операция завершена. За чистый воздух. Так, ну все, я подальше от них убежал. Замечательно. Давайте, в принципе, в этой серии два задания выполним, его поручение. Так, надо посмотреть, какое я оружие за последнее время находил. Я там ящики какие-то находил, пока бегал. Надо, во-первых... О, я повстанец. Круто бы, если бы мы открыли с вами бы пулемет, который... На втором месте вроде он находится. Нет, пулемет, вот-вот. М60НВ. Ну, мы с вами нашли калашников. Мы нашли АКМ. И все, да? Дробаши нашли, но они не такие, если честно, интересные. Снайпу. Так, стой, ты что? Так, а интересно, снайпа как у нас сильнее? Да, тут урон побольше. Но мы можем и бронебойность. Тут дальнобойность написано, бронебойность должна, мне кажется, была написана тут. 49 выстрелов, 10 в магазине, 5 в магазине. Используют сейчас. Слушай, подожди, а где у нас? Работе нет конца. Апгрейд сейчас сделаем с вами и посмотрим, какая из них снайпа получше. Так, блин, зачем что-то вышел? Так, у нас там еще глушак американский. Угу. И прицел у нас 8Х, да, блин, или сколько? Да, вот 8Х был. Не, ну где-то у нас был же. Навить. Вот он. 8Х. Не обязательно слишком тут, в принципе, новый открывать. Так, тут что? У нас не хватает промышленной схемы. Ага. Тут что? Так, а мы... Дайте посмотреть, что у нас там было. Так, брелки всякие ненужные. Так, дыхание. А, у нее тут способностей, кстати, не было. У меня тут модификации еще можно установить дополнительные. Давайте быстренько просмотрим. Кстати, это можно было сделать, наверное, в перерыве. Давайте я, наверное, перерыв сделаю. Все, пока там поназначал. Всякие калаши поставил вместо пулемета. Ну, не калаш, а М-ку там, наверное. Поговаривают, Хосе прям взбесился из-за своего яда. Ты основательно подпортил ему жизнь. Может быть, я и ошибся на твой счет. Может быть. Так что попрошу тебя об услуге. Наши люди гниют в тюрьме этого ублюдка. В их числе Мигель. Он дорог мне как сын. Чтобы спасти заключенных, понадобится автозак. Угони его и подбери меня на заправке у тюрьмы. Заберем наших ребят и свалим. Пока никто ничего не понял. Я рассчитываю на тебя, турист. Не облажайся. Хорошо, хорошо, нужно просто автозак угнать. Не затягивай с автозаком. Все, все, дяденька, только не бейте по лицу. Так, я сейчас еще одну вещь вспомнил. Что на второе оружие давайте прицел тоже поставим. Мы вроде бы можем же ставить на второе орудие, да? Которое с глушителем. Тут самодельный, в принципе. Стой, стой, стой. Так, это модификация, красная точка. При дистанциях 4-кратно. Вот, да. Вот. И все, да, это что у нас? Рельсовый глушитель. Еще и глушитель можем нормально поставить. Ляты, посмотри, красота, благодать. Вот теперь точно все. Так, куда нам нужно?
Дару Кастильо. Угоните автозак. Блин, ну тут на меня долго, значит, надо, да? Ну давайте, я выйду сюда, короче. Как, если автозак сразу попадется, я сразу запись включу. И сразу же обнаружил. Вот, блин. Вот, давай, выходи. Сразу же автозак нашел. Так, давайте я его только сразу починю. Я только на дорогу вышел, представляете, и сразу автозак. Красота, благодать. Карлос, автозак у меня. Круто. Жду ждать тебя на заправке. Скоро буду. Да, поезжай, так радио выключу. Замечательно, куда нам ехать? Ой, май гад, ребят, ну тут точно по-любому надо вырубать запись, в принципе. И как я туда поближе доеду, я тогда включусь, а то я, не знаю, часа два буду ехать. Давайте я вот так еще поставлю, чтобы мне показывал, куда. Хорошо. Так, почти приехал, и он как раз с Карлосом связался. Так, подожди, shift отмени. Осторожно, осторожно. Мне, кстати, чем-то миссия на GTA-шку напоминает. Пригодить какой-нибудь транспорт там. О, у нас тут мастер маскировки. Заткнись и садись уже. Окей. Впервые вернусь туда со времен побега. Когда-то это была школа. Мои дети в нее ходили. Долго тебя там держали? 8 месяцев, может больше. Когда ты по 18 часов в день вдыхаешь яд и огребаешь от охраны, память как-то сдает. Да, херово. Си, но со мной был Мигель. Мы помогали друг другу. Да. Ты говорил, что он тебе как сын. Короче, него никого не знаю. Я воспитал его как своего, учил боксу. До того, как нас схватили, он чуть не стал мистером Яра. Как ты сбежал? Камила пробралась сюда как-то ночью, зарезала 3 охранника, словила 2 пули в плечо, взяла заложника и вытащила нас с Вилли. О, да. Похоже на Испаду. А то, моя ж дочка. Но она не смогла найти Мигеля, а потом на нас насели. Пришлось бросить его, да и других ребят. Надеюсь... Хоть что-то от него осталось. А он, получается, правда, не знает, да? Про сына, что почти сын на месте, так работает что на Антонио. Как ученый. Карлос Монтеро, что ты здесь делаешь? Где Мигель? Не знаю. Охранники отвели его куда-то в тюрьму. Ярда, ладно, пойдем. Я найду Мигеля. Попадешься, будешь с целой армией воевать. Все нормуль, папа. Как-нибудь справлюсь. Больная ты, мразь. Ладно, найдешь его, встретимся у заправки. Суэрте. Он его называет папой уже теперь. Все. Ну, так, надо крокодил только убрать, блин. То еще крокодил меня будет только палить. Тихо. Крокодил, так. Так. Осторожно, Дани. Инженер, вот ты где. Ля ты сколько тут. Куда я попал? Жесть. Он должен где-то здесь. Офигеть. Да. Куда меня закидывали? Снайпера нет. Вы в зоне поиска, да? Ага. Хорошо, кстати, что сейчас еще и ночь. Ты послышал, что я слышу это? Кто-то топает. Что? Призваны своим трудом возродить рай.
На верх никак нельзя залезть, чтобы про... Камеру надо убрать. Камеру убери, я тебе говорю. Не, здесь не забраться. Я куда просто на повыше хочу забраться, чтобы этот... Чтобы всех обнаружить. Тогда просто проще будет мне, зная, где они идут, ходят. Вот тут можно, кстати, смотрите, забраться. Лучше снайпы. Да мне так поезжает. Тут никто не стоит рядом с ним. Блин, где это? Нет, нет, нет. Я подумал, почему-то мне показалось. Ты рядом с ним. Я следую по стопам отца, стараясь воплотить его мечту на свободной и могучей яде. Когда-нибудь, когда меня не станет, мой сын Диего пойдет по моим стопам. Ему всего 13, но я уже вижу его силу. А, вот тут тоже можно забраться. Диего будет беречь. И в этом здании кто-то музыку поет, напевает. Что мы строим сегодня. Диего гостит. Эти, что там бегает так быстро? А, они при том даже вдвоем. Смотрите, видите, они типа... Меня еще не обнаружили. Но уже. Такие, опа-опа. На стрёме. Как-то боты тут вот так действуют. Иногда непредсказуемо. Могу я двоих сразу, интересно? Смог. Вот. Здесь убитые! Вану! А, ну вот он песни поет, да. Вот он, это он. Я думаю, кто? Я думаю, охранник поет песни. Где ты, придурок, ты меня даже не видишь. Ты в кого стреляешь? Вообще. А вот это в кого стрелял? Он меня даже реально не видел, типа не обнаружил. Этот раненый уже лежит, что? Что происходит? Надеюсь, ты Мигель. Хорошо. Подмоги не будет, Камамьянос. Нет, там еще одна сигналка. Вас никто не услышит. Так, давайте еще тут сразу заберем контейнер с порохом или с чем тут. Чтобы я потом не возвращался сюда. Этот есть. Тут чувак что-то знает. В этом здании, да, походу, находится. О, тут еще одна сигналка. Так, три сигналки вырубил.
Чувак там мечется, такой, что происходит? Вот реально, у них как-то поведение у NPC странное очень. Типа, они меня даже не обнаружили, и он уже начали паниковать. Так не должно же быть. А вот и ключ. Теперь за Мигелем. Мигель, я иду к тебе. Господи, он до этого больной был, теперь здоровый. Надо валить отсюда к херам. Веди. Записки тут у него. Пошли. Да все. Пошли. Карлос, тут все мертвые. Я нашел Мигеля. Отлично, турист. А теперь выбирайтесь оттуда. Встретимся на заправке. Ясно. Пошли. Пойдем. Где Карлос? Впереди. Где впереди? На заправке. Понимаю, это тяжко, но придется довериться мне. Теперь все нормально. Яра — это семья. Как и во всякой семье, мы любим... Пополним боезапас на всякий случай. Идите, Мигель. Мигель, тормоз, иди сюда. Ты куда идешь? За тобой. Да, я понял. А как теперь выбраться, интересно? Если я перепрыгну через забор, он тоже не сможет, интересно, перепрыгнуть. И? Куда он тормоз побежал? Господи ты мой. Что происходит у них там? Давай. Все, пошли. Карлос сказал, что взял тебя к себе, научил боксировать, вся фигня. Я его учил, а не он меня. Давно вы знакомы? Пару дней. Карлос не доверяет чужака. Да это с Ураном, ладно, позже я займусь, не сейчас. Было бы классно, конечно, но не сейчас. Так, я метку поставлю сейчас. А ну что ставить этот? Тормоз, ты где там? Пойдем. Все. Все в порядке. Спи, моя радость, усни. Глазки закрой ты свои. Значит, это речь. Эти их не передвижения странные. Карл ждет нас один или с кем-то? А сэр, не многовато вопросов? Он один. Мы почти на месте. Кстати, два восклицательных знака, это что это тут? Раз. И два я сейчас тоже возьму. Так, пошли, чувак. Чувак, это рэпчик. А там машины нет, кстати. Ну что, меня обманули? Там машины нет. А вот и наш мистер Яра. Давай, залезай. О, да, брат. Я знал, что ты приедешь. Хоть бы я не за рулем был, пожалуйста. Вот и помер без Максима. Офицеры, ну и видок у тебя. А я думал, вы тут сухпайки жрете. Козлина. Все, не пьешь? Молодец.
А я пью. А мне даже не предложил, я с любого вытащил. Мигель, ты прости, что я не вытащил тебя раньше, я пытался. Я не забыл про тебя. Заткнись уже, Карлос. Мы все пытаемся выжить, Мерва. Ля ты, взгляд у него такой. Хватит болтовни. Дайте мне грёбаную гитару. Молодец, турист. Когда увидел тебя впервые, думал, что распотрошу, но... Теперь ты Монтеро, Дани. Грасиас. Могу я теперь звать тебя папой? Заткнись и пей. Блин, они на каждом острове будут напиваться и... Отлично. Операция завершена. Второй сын. Замечательно. Ребят, ритуальчик, знаете, лайк, подписка, коммент, смея видосик, не болейте, не чихайте, всем хорошего настроения, видео выходит каждый день на канале Like of Game уже в течение двух с половиной лет. Так, а мне пораться никто не будет? Я, кстати, когда каждый раз запись выключаю, мне после этого звонит кто-то. Кто-то звонит, поговорить с Вилли. Но это мы завтра уже в принципе, поговорим с Вилли. Давайте, ребят, всем пока.